То есть у них ни оружия, ничего нету, они просто медленные. Уёбки. Не помню, был я здесь или нет. В предыдущих кампаниях. Чё у него? Терминатор, типа? Такой же уёбок с глазом. А это уёбок с зубом. Ready or not, here I come. Now, who's first? Ну, я понял. Я не понял, что она выебывается, я даже не понимаю, что делать. Так, ладно, явно не это. Мне говорят, что мне надо типа по этой лестнице. Я не доверяю этой игре, конечно, но попробуем, попробуем. Ну, это было не круто. Чё-то он там ждет явно. Опаньки, не то. Я забыл, как здесь увеличение в этой игре. Ебать, я косой, бля. Ага, ясно, заскриптованный хуесос. Ничего его не возьмет. Ладно. Ну, у него зуб золотой, а у того глаз такой. Ну, пиздец, вот за что я люблю эту игру, так это вот за такие моменты. Показали свои блядские кат-сценки. Динамит. У него, блядь, динамит. А у него топор. Какой-то древний топор. А у него в квартире газ. Я типа убил их, да? А, ну... Да, древняя гробница, в которой... По убийству зомби открываются двери. Ну, это логично, то есть... Ну, вы знаете, это генная модификация, стандартная. Постоянно такие используются. Ну, из какой залупы на этот раз на меня нападут враги? Или я вниз провалюсь? Или вот давайте сейчас ролик закончится и сразу мне, короче... Конечно, а как иначе-то, блядь? Сука, кидается, ублюдок. Ну... Не могу сказать, что это тяжело. Могу сказать, что у меня нет патронов. Я же нажал первый. Ебать, ты тут как оказался? Как он там оказался? Пока мне показывают эти блядские ролики, блядь, что-то происходит постоянно. Что из него выпало? Я бы хотел, чтобы патроны. Какой я наивный. Патроны на снайперскую. Чё только не выпадает, блядь. Благо у нее стрелы хотя бы мощные. Они реально разносят с одного выстрела практически любого зомбака. Ну и поэтому не стоит их тратить. Так сразу, во всяком случае. Чё, смотрите, мы в таком коридоре уже были. Кто бы мог подумать, игра копирует сама себя. Она все копирует, и не копировать ей саму себя было бы странно. Ну что, друг с лопатой? Попробуем красиво. Не получается красиво. Что у него в руках? Оно не взрывается. Ах ты, сука. По-моему, кинул своего. Так, ясно, понятно. Патроны нахуй. Нихуя себе, смотрите. То есть... Обычные зомби. Обычные,
Мать их, зомби. Что я должен сделать, чтобы я мог тебя атаковать? Так вот, обычные зомби, сука, уворачиваются от стрел. Вы себе можете представить вообще такую наглость? Я понимаю, когда там зомби, которые мутанты-зомби, они уворачиваются от стрел. Смотрите, на что? На Shift, на Ctrl, на Alt? Я не помню, на E? По-моему, на Z было или на X? Нет. На Tab? На Caps Lock? На Caps Lock. Оп! Это было зря. А, нет, он умер. Я взял у него ключ. Ну, еще не взял. Я жду подвоха. А как же добить? Это ж ебаный зомби. Он же не умрет просто так. Я, кстати, не уверен, как я буду делить эти серии. Скорее всего, я буду проходить их просто за раз главу, а потом делить на две серии. Ну, или на три, в зависимости от того, насколько вышло. Но я думаю, вы не обидитесь. Хотя бы вот в такие вот моменты вы наверняка не обижаетесь на меня. Вот в такие моменты не обижаетесь. Вот в такие не обижаетесь. А вот в такие вы меня вообще, наверное, любите. А может и нет. Кто меня любит, не знаю. Нет, не то. Вот что я хотел. Ползаем. Так, значит... Первый готов, говоришь, да? Я пришел оттуда. Ушел туда. Нет, я пришел оттуда. То есть теперь мне надо вон туда. Вопрос только как. Ковры. Я что, в Советский Союз попал? Зуб вставь. Вставил зуб. Ничего не изменилось. Смотрите. Ничего не изменилось. Ладно. Ну, сюда. Ну, я думаю, ада справится. Ада. Да, ада справится. Что, сразу зомбачиков мне парочку за спину, нет? А, нет. Ну, так тоже можно. Принц Персии, блядь, отдыхает. Не буду, пожалуй, церемониться с выстрелами в голову и тому подобным говном, когда за мной такая залупа. О, жирный. Конечно, жирный. Конечно, тут подсказывает, что мне не надо на него патроны тратить. Ну, конечно же. Но я уже потратил, так что поздно. Поздняк метаться, когда... Я его еще и убил, судя по всему. Блять, все патроны потратил. Что? Для чего здесь лежат припасы? Серьезно, я убил жиробаса? Красный глаз. Но он не красный, он фиолетовый. Ну или другого какого-то цвета, но явно не красного. Я могу отличить. Вот на Аде красные штаны. А это не красный глаз. На ней фиолетовая юбка и красные штаны. О чем я говорю вообще? Что за хуйню несу? Вы уже должны были привыкнуть. Так что не страшно. Так, ну что? Веревки какие-то. Давайте обрежем. Я не люблю необрезанных. Ну, веревки. Ну, вы поняли. Ебать, у меня... Смотрите, сколько хп. Я только заметил, что у меня не хп. Такое ублюдское здесь управление, то, что я даже не заметил, что у меня хп мало. Ну, 3 не дело, надо 6 сувать. Да, патронов, конечно, нихера. И вот сохраниться нельзя. Это меня особо печалит. Ну, ладно, один мы заполнили. А второй здесь для красоты, для симметрии чисто. Мне показалось, что я что-то там увидел. Наверное, показалось. Ну, давай проверим твое предположение. Только ты прыгни. Отлично. Наверное.
А, где я, блядь, вылез? Непонятно. Главное, чтобы не собачки. Я помню, здесь были собачки, когда мы за Леона играли. Вот это говно на самом деле. Ага, все, теперь я знаю, где мы. Нам нужно вот сюда. Да, в общем-то, это логично. Давай сразу вторую и третью частички. Ну и третью. Могла бы все за раз сделать. Это типа ветер дует, то, что у нее рукава так жух-жух-жух-жух-жух-жух. В натуре. Жух-жух-жух-жух-жух. И волосы. Жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух. Не как в Tomb Raider, конечно, но... Ну, забавно, по крайней мере, хоть какая-то попытка имитации. Хотя все это выглядит, конечно, так себе. Просто пшк-шк-шк. Анимации такие, как гифки. Или флеш-анимации. В общем, хорошая попытка, но все равно все это сделано для мыльного кинца. На консольках. Старого поколения. А теперь мы будем работать с шахтером. Как в самп РП. Ага. Надо стрельнуть ей в бошку. Да, это я помню. Сейчас мы стрельнем в бошку. А, и будем драться с боссом. Точно. Только когда мы играли за Леона и вот эту тёлку, не помню какую, Шерри Биркин. Нет, это была в последней кампании. А это какая-то малозапоминающаяся тёлка, значит, она умрет в следующей части. Или ее просто не будет. Так вот. Когда мы играли за них, то мы, соответственно, убивали босса. А теперь мы играем за Аду, и наверняка, опять же, мы будем убивать босса, а это будут пассивные просто боты, блядь. Эйда. Эйда. Скажи ее имя, что ли, а то я забыл. Я, кстати, посмотрел фильмы Resident Evil. Сразу три подряд, потому что я не видел последние три части. Вот. И там тоже Ада Вонг есть. И тоже есть Леон Кеннеди. Если вы не смотрели, если вы фанат Resident Evil, хотя как можно быть фанатом игры и не смотреть фильмы по игре? Ну, в общем... В общем... Stop! Don't shoot, please! В общем, здесь Ада это какая-то загадочная падла. Тёлка, бабище. Не знаю, как вам больше нравится. У меня слишком мало патронов, блядь, чтобы что-то здесь делать. А стрелять из... Из этой вообще не вариант. А, да, я помню. Здесь мы сейчас будем с Леоном. Да. А тёлка одна. И мы будем спускаться. А у меня нет патронов, я на эту пизду потратил. Может, патронов? Леон, дай патронов. Ты не хочешь быть как Элизабет из Биошока? Или ее звали не Элизабет? Что-то они сами падают. По какой-то причине. А, боты, слушайте, боты лучше меня играют, они сами убивают их. Ну чё, типа подкинешь меня, да? А когда я за Леона проходил, я не видел эту сцену. Потому что я не проходил за Леона, я проходил за эту тёлку. Ну, имя которой я не помню. Вот у нее травка есть, я хочу травку. Блядство, несправедливость, наркотики. Ну чё, Леон, ты сам? Ты справишься с ним? Может, я как в Mass Effect позвать этим? Ну, ладно. Сам так сам.
О, привет. Слышь, можно мне туда вернуться, там, к тебе? У тебя там вкусные плюхи. Почему бы нам не объединиться прямо сейчас? Бля, Леон, ну ты скотина. Тебе лишь бы потолкать меня. Прям как в младших классах, блядь, себя ведешь. Ну, по крайней мере, ведет он себя лучше здесь, чем в фильме Resident Evil 5, потому что там было просто убогий Леон, короче, там, если вкратце. По крайней мере, компьютерный напарник знает, что делать. Чё, закинешь меня? Мистер NPC. Здорово, голая тетя. Ты самый клевый босс в этой игре, кстати. Чё, куда она? Они типа отстреливаются, а я должен что-то делать? Окей, хедшот ёбну. Нет, хедшот не ёбну. Увеличить нельзя. Ну, я не туда попал. Ну, зато теперь туда. Вот она упала. Груди нормально дергаются. По физике. Даже будучи мутантом, у нее упругая грудь. Да сука, ну как вы меня заебали? Ну как можно так игроков подставлять нахер? Просто взяли, блядь, и посадили меня с этими. Вот она, да? Вот я ее поджег. Вы довольны? О, Леон, отлично. О, вот здесь всякие снаряжения. Я же знаю, что я в следующую голову перейду со всем этим. Подобрал... Хелена ее звали, точно. Хелена. Вы справитесь с ней, нет? Мне что-то впадло. Нет? Давайте я с зомбарями разбираюсь, а вы с ней. Ну, у меня хорошо это получается. Ну так, относительно. Было бы, конечно, куда приятнее, если бы с них падало что-нибудь. Пизда. Ну, не с них падало, пизда, в смысле. А. Только не умирай, я тебя умоляю. Блядь. О, смотрите, что я умею. Надо дрочить пробел. И потом левую кнопку мыши. И потом что-то произойдет. Она типа отъебется, нет? И сколько раз так надо сделать? Может, ты прыгнешь под бочку, чтобы мне проще было? Ебать, она с собой типа их сбила. Нет, почему на меня, шлюха тупая? О, у меня хп полные. Как... Отлично, теперь я буду чаще умирать специально, чтобы хп были полные. Да почему ты в меня-то летишь, пизда? Пизда! Где у тебя эта хуйня, которую тебе сломать надо, блядь? Ни аптек, ни хуя нету. Патроны почему-то не подбираются, вообще не понимаю почему. Типа у меня слишком дохуя их, куда же я их деваю? Да почему ты в меня-то прыгаешь все время, тварь, пизда, тупая, блядская? Три человека нахуй здесь! Надо в меня именно прыгать. Убивайте эту ублюдину, блядь. О, нихуя себе. А в тот раз ты меня, блядь, пизда номер два не могла оживить? Вот я и разбиваю, блядь, ее залупу. Все, не осталось у меня залупы больше. Но это еще не все, это я помню. Вот опять что-то мы делаем тут. Я не понял, какого хера у меня типа нету патронов. Типа места нету. Я типа понабрал до хера всего, и теперь у меня места нету на патроны. Да вы чё, охерели что ли? Почему, с каких пор гранаты в этих лежат? Всегда лежали? Да, всегда лежали, я забыл. Ах ты, бля. Не выебывайся, хули ты там выебываешься. О, теперь мы с Адой, да? А Леон что-то там делает. А, и мы должны ему помогать. Ну и хуй тебе, мудак. Надо снайперской винтовки избавляться, что для нее патронов все не дохера.
вот нам помощь не нужна, так что иди вон. Ты мужик, ты все делай сам. Ну вот разве что. Чисто потому, что мне патронов не жалко на это говно. Видали, какие хедшоты раздаю? Прям настоящий мастер. Кому мне интересно, Хелена стреляет? Вот эти не бронированные. Хотя, я думаю, если бы они были бы бронированные, по идее, снайперская винтовка должна их пробивать, шлема. Но что-то мне подсказывает, что в этой игре все сделано немножко по-другому. Ну, как немножко. Что-то я не понял. Все, мы спустились, типа, да? И что? Какова наша роль? Сидеть в этом лифте вечно? А, вот оно чего. Это не только лифт, это еще и... А, ну здесь Леон. Он должен к нам присоединиться. Блять, вернуться нельзя, тут же столько всего.